Всем здорова, дорогие друзья, меня зовут Валерий, и это рубрика «Бесплатные игры». Итак, у нас очередная бесплатная игрушка, это платформер, называется он Хрома. Прям вот слышишь, прям такое громкое название Хрома, Google просто входит в чат. Вот, и это, короче, платформер, вот какой-то простенький платформер, типа, не знаю, отзывы положительные в Стиме, пишут, что... Вроде как ничего, не знаю, давайте посмотрим сейчас. А перед этим ставим свой бесценный лайк и погнали. Итак, вот вы начали, короче... Какой-то чувак, короче, в маске, не знаю, зеленой маске, короче, смотри, он походу в Найках, в этих, а как их называют, Air, Air'ы, короче, да, смотри, Найки. Так, мы можем прыгать, по стенкам лазить, вот всякое такое делать, двойной прыжок у нас есть, вот. В смысле? Я упрыгал, короче, куда-то наверх и сдох. Жесть, я развалился, короче. Ладно, смотри, на заднем плане летает космолет. Это, видимо, какое-то будущее, какой-то киберпанк. Могу драться, стрелять, не знаю, там. Нет, ничего не могу делать. Вот. Какие-то ворота. Погнали. По-видимому, это был, короче, первый уровень. Мы его прошли. Что это? Сейф. Обучалка. Hold jump jump. Короче, двойной прыжок, понятно. На стену. На стену. Он какой он резкий. Как понос детский. Окей. Вот эта вышка, она что-то. Ух ты, я даже могу по ней лазить. Вот эта вышка, да, она что-то в каждом уровне. Окей, погнали. Знаешь, графончик такой, как будто, не знаю, в пейнте что ли рисовали. Где-то, короче, в каком-то таком графическом редакторе. Даже не знаю. Не движок какой-то игровой, а по сути какой-то редактор, не знаю. Ладно, погнали. У нас киборг трейсер. Так, как-то через жопу он по стенкам прыгает. Тут у него нереально крутой паркур. Вот. Опа. А вот и первые преграды, короче, шипы. А то я уже начал скучать. Платформеры же, они, в принципе, должны быть хардкорные. Чё такие уровни-то маленькие, я вообще не понимаю. Что-то быстро-быстро так проходим. Опа-опа-опа. Это первый враг. Телевизор. Телевизор. А я не могу садиться, короче, не могу вообще ничего делать. Короче, ладно. Мы типа его обезвредили. Окей. Надо прыгать на башку ему, на лампочку. Бляха, мы так всю игру пройдем. Так, не знаю. С каждым... А в смысле? А где здесь враги? Что за дичь? Что за бред? Вообще, проще паре на репы. Всех, короче, зафигали. Хотя бы, не знаю, монетки бы добавили там. Опа, смотри. Поменялось, короче, да, что-то. А там вниз это яма. Я умру, да? Я умру? Да, я умер. Я просто взял и умер. Окей. Так, это что? Я на это не могу? Залезть. Это я, короче, это батарея, радиатор. Конвектор. Конвектор, да. Я раньше на работе такие продавал. Опа, ты видал? Это как? Ну-ка. Ну-ка еще раз. А как я так кувыркнулся? Ну-ка еще раз. Странно, больше не получается. Да в смысле? Бляха, как криво-то все, как криво-то. Короче, это киберпанк, который мы заслужили, друзья. Поляки сейчас аплодируют стоя. Да в смысле? В смысле? Ну? 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 О, отлично. Отлично. Смотри, окна, фиолетовые окна. Телевизоры. Вот знаешь, я не люблю смотреть телевизоры, но не настолько, чтобы ходить их, короче, и просто разбивать, долбить. Окей, погнали дальше. Тут даже заставки есть, ни хрена себе, ты прикинь.
Опа. Просто леща, на. На леща, пошел. Ха-ха-ха-ха. Хирон такую сальтуху назад сделал. Это босс. Это, короче, босс, друзья. А музончик-то слышишь, да? Такой вообще ништяк. Босс что-то какой-то стеснительный. Даже я вот стоял на месте, он даже не соизволил, короче, меня ударить там. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, чё, я так понимаю, надо... Нихрена себе отталкивать, так отпружинивает от него. Короче, надо... Да бляха. Надо, короче, ему это... На голову, наверное, прыгать, да? Да, в смысле? Оп. Хорошо. Ништяк. Оп, оп. Так, смотри, а у него эти жизни... Смотри, у него как была поломка, так и осталась. Значит, продолжается. А нахера я туда побежал? Непонятно. Опа. А вот это сейчас глюк был. Я был под ним, короче, и он мне ничего не нанес. Окей. Ах ты. Перепрыгнул. Да бляха. Какой сложный босс. Какой сложный босс. Ну-ка. Да бляха. Я от него просто отскакиваю, как этот. Ай-яй-яй. От него отскакиваю, как не знаю кто. Ну-ка. А в смысле он исчез? Надо его, короче, подловить так, что... Опа, да, хорошо, отлично. Сколько ему надо раз подпрыгнуть на него? Надо, короче, подловить момент, когда он будет внизу. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Собака. А чё остановился-то? А в смысле? А как я кувыркался? Я хочу кувыркнуться, короче, под ним, типа, чтобы это было круто и красиво. Пипец, это, смотри, одни ботинки кругом. Смотри, башмак. Чья туфля? Окей. Это что такое? Моя каска, смотри, зависла в воздухе. Опа, я, да! Да! Три раза ему всего надо было. Отлично. Смотри, психует, психует. Бляха, куда-то вниз меня спрыгнул. Опа, из кроссовок. Это чисто аэр. Это... В смысле? Thank for playing the chroma demo. А, это демка. Это еще и демка, оказывается, была. Все? Вся игра пройдена? Видосик маленький, да, получился. Видал, у него, короче, и из этих аэров, короче, этот вылетел огонь. И типа, мы полетели, как этот железный человек. Вот, это реально, это ремейк Железного Человека, точняк. Вот. Ну, я не знаю, короче. Я даже не знаю, что сказать об этой игре. Просто не знаю. Что вообще. У меня никаких вообще ни ощущений, никаких вообще эмоций, никаких, ну, вообще ничего. Вот. Так что пишите свое мнение вы в комментариях, я почитаю и, возможно, соглашусь с вами. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.